Территория оцеплена. Вы окружены. Сопротивление бесполезно. Территория оцеплена. Вы окружены. Сопротивление бесполезно. Ай, молодцы, хлопцы, молодцы. Я в долгу не остался. Ну что, гуси, мои гуси, причалили? Вот теперь и пощебечем о вашей горькой жизни. Ну что, или накажи на переводчицу? Прекрасная работа, Александр Матвеевич. Лично доложу в Москву о блестяще проведенной операции. Служу Советскому Союзу. Опустите оружие, отпустите их. Поднимайтесь, товарищи. Чё-то я не понял шутки. Это была проверка подразделений, занимающихся охраной порта. Проверка инициирована народным комиссаром ВМФ лично товарищем Кузнецовым. Прости, Александр Матвеевич, не ввел тебя в курс дела, но таковы правила. Особый отдел контрразведки главного штаба флота. Подполковник Сабуров, со мной мои люди. Майор Салей. Капитан Будничный. Знакомьтесь. Отбой, хлопцы! Молодцы! Благодарю. Здравия желаю. Благодарю. Здравия желаю. Здравия желаю. Молодцы! Охрану порта с суши по всему периметру оцениваю как хорошую. Но все-таки проникновение малых диверсионных групп в акваторию возможно, что показала прошлая ночь. Да мы вас еще в заливе аукнули. Патрульный катер пузыри ваши углядел, передал по-тихому, без шума. Я весь народ в форту на уши-то и поставил. Александр Матвеевич, дорогой, мы не в аудитории перед курсантами. Товарищ Сабуров эксперт в своем деле. И квалификацию свою подтвердил не в кабинете, а как и вы в борьбе с врагом. Елена Владимировна, вам нехорошо? Просто душно. Продолжайте, Сергей Александрович. Товарищ полковник, ваши люди уже достали наше оборудование из воды? Допустим. Значит, они должны были вам доложить, что во время спецоперации мы использовали не обычные акваланги, а итальянские ребризеры. Доложили. И что? А то, что... Это аппараты замкнутого типа. О каких пузырях идет речь? Уже на подходе в порт мы стравили воздух, дав вам возможность нас заметить. Обнаружим пузырь! Я думаю, что в следующий раз немецкие диверсанты не будут столь любезны, как мы. Двигал бы ты, подполковник, свой штаб дышал бы там за окошко черемух со своей барышней. Александр Матвеевич, право слова, я не понимаю вашего тона. Мы делаем общее дело. Группа подполковника Сабурова помогла нам вскрыть наши слабые места. За это только спасибо, надо сказать. Я повторюсь, финальная работа службы охраны на высшем уровне. Но в целом я считаю, что порт охраняется недостаточно. Вот такой наш вывод. Я надеюсь, кроме выводов, будут еще предложения. Разрешите?
Необходимо четко определить допуск судов в залив и усилить контроль на рейде. В остальное время перекрыть подводные подходы к проблемным районам металлическими сетями. Здесь, здесь и здесь. И опускать их секциями исключительно для прохода наших кораблей. Милая моя. Милый, ровно как и барышней. Потрудитесь называть кого-то другого, а ко мне обращайтесь, пожалуйста, по званию. Товарищ полковник. Тихо, тихо, товарищ. Давайте-ка поспокойнее. Извините. Мурманский порт — главные северные ворота страны. Мы принимаем основной поток иностранных грузов, необходимых и для фронта, и для тыла. Родина доверила нам защиту порта, и давайте-ка оградим его от диверсий. Это наша общая задача. Не будет диверсии, Иван Дмитриевич. Не допустим. Охрану акватории нужно усилить, сделаем. Дополнительное патрулирование в море — раз. Посты на всех причалах удвоить — это два. Завтра же вам предоставлю записку с подробным перечнем мер. Ну, вот это уже другой разговор, Александр Матвеевич. Ну что ж, спасибо за помощь, дорогие товарищи. Счастливо долететь до Ленинграда. Самолет завтра. Так точно. Передайте мою личную благодарность товарищу Кузнецову. Разрешите доложить. Докладывай. На КПП-1 взорвался СИС-5 с грузом газовых баллонов для сварки. Немедленно выясните, кому принадлежал груз. Уже выясняем, товарищ подполковник. Жертвы. Народу погибло много. В это время на проходной всегда людно. Диверсия или несчастный случай? Пока сложно сказать, товарищ адмирал. Нужно выставить оцепление, собрать улики и опросить свидетелей. Что там у тебя? Разбираемся, Александр Матвеевич. Немало чего разнесло чуть не до самых причалов. Сейчас все соберем и начнем анализ. Вот еще. Сергей, посмотри, как интересно. Баллоны газовые могли и сами рвануть. Везли без должной осторожности. Превысили скорость. Трясануло на дороге. Это диверсия. Да? И откуда такая уверенность? Товарища Мисенко за углом встретили. А мотки? Они самые. Так, ну-ка объясните, я не понял. Подлинно у ордена. Красноармеец в сапогах, а здесь в обмотках. Да, действительно. Это подделка и не очень хорошая. Предполагаю, что она принадлежала одному из диверсантов, поэтому это диверсия. А вы возьмите, это улика. НКВД. Очень смешно. Я оценил. Проходи давай. Сегодня, 1 августа 1939 года, в день открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, мы... Невероятно, как тебе это удалось? Не задавай вопрос. Не слышишь, вранье. Кто присутствовал? Все.
Совещание начальников штабов Ленинградского военного округа в полном составе. От Москвы были Ворошилов и Шапошников. Стенограмму Ворошилову сразу узнать можно, сплошные восклицательные знаки. Невероятно. Фу, извини. Читай, читай дальше. Эту информацию придется озвучить лично. Собирайся. Куда? Они поймут, что была утечка. Перекроют все к чертям, начнут рвать души. Это они умеют. Рано или поздно они выйдут на тебя. Финляндия — прекрасная страна. Тебе понравится. Собирайся. Не успели. Ценность этого ты понимаешь. Давай, здесь выход на черную лестницу. Выйдешь позади дома, я тебя прикрою. Давай, давай. Я тебя не забуду. Поражение живым надо было брать. Ну так он же, товарищ капитан. Спасибо, Сергей Александрович. Глаз у вас наметанный. Мои бы разобрались, но время прошло бы. Пожалуйста, все по порядку, я вас прошу. Хорошо. Все? По порядку. Да, да, да. Мы пришли к проходной, вот, к выпускной. Вот, там Катя Трофимова прошла. Взрыв прозвучал. We only saw the explosion. The building was covering the gatehouse, but Gilbert, as you can see, took a hit. Вы видели сам момент взрыва? К сожалению, нет. А вы? Я не говорю по-английски, мам. По-французски? Так точно. Я из Квебека. Вы видели момент взрыва? Видел. Издалека. Мы были возле того здания. Вы? Кто был с вами еще? Я, должно быть, оговорился. Мадемуазель, я хотел сказать, я был один. Я вас поняла. Лейтенант Карамышева. Все в порядке, продолжите. Есть. Вы видели грузовик до взрыва? Да, мадемуазель, видел. Издалека. Большое спасибо. Вы свободны. Вы знаете 4 языка? С чего вы взяли? Видела вас вчера в порту и сейчас тоже. Я говорю на немецком и немного на румынском. Ничего мне это стоило, а выучить 4 языка, по-моему, подвиг. Елена. Валя. Очень приятно. У вас кровь из носа. Не обращайте внимания, просто устала. Платка как назло нет. Голову закиньте. Вот. Спасибо. Да. Разрешите? Свободен. Есть. Докладывайте. Судя по номерам и табличке с приборной панели, взорванный ЗИС числится в гараже при складах главсемурпути. По предварительному маршруту уже работают люди. Пока обрабатываем детали, ищем водителя, сопровождающих. Заключения экспертов по взрывчатке еще нет. Но
По сделанным расчетам зоны поражения без тротила тут не обошлось. Ваше мнение, Сергей Александрович? В грузовике имелось взрывное устройство, это факт. Сложно поверить, что диверсанты планировали взорвать грузовик именно на КПП. Хаос, паника. Люди погибли. При всем уважении к погибшим, урон минимален. Опять-таки же, вместе с машиной и грузом погибли исполнители. Ради чего? Взорвать КПП? Уверен, что диверсия готовилась где-то в порту. Но что-то пошло не так. Вероятно, заряд сдетонировал раньше. Да, немцы не япошки. Грузовик со смертниками не в их стиле. Значит, все-таки в порту. Только у нас в порту, в шаром покати. А в Пагаузах последнюю неделю ничего, кроме удобрений и табака. Совершать диверсию немцам сейчас овчинка выделки не стоит. Сейчас им и не нужно было. Через две недели в Мурманский порт должен прибыть союзнический караван с грузом взрывчатки и авиационным топливом. 12 судов. 12 судов? И разгрузка будет осуществляться сразу на всех причалах? Разумеется. Мы не можем такое количество боеприпасов держать на рейде. Просто не имеем права. Если бы взрыв произошел в момент разгрузки... Мурманский порт перестал бы существовать. Мы можем развести караван по разным портам. После нынешней зимы в Молотовске, в Архангельске лед еще не сошел. Тральщики просто не смогут очистить проходы от мин. Так что Мурманский порт — единственное, что у нас есть. Значит, на все про все у меня две недели. Не у тебя, Александр Матвеевич, у вас. Не понял. Ситуация серьезная. Я попросил товарища Кузнецова прикомандировать вас, Сергей Александрович, и ваших подчиненных в оперативно-следственную группу особого отдела Северного флота. Товарищ адмирал. Решения не обсуждаются. Помощь таких опытных людей нам сейчас просто необходима. Майор. С прибытием, господин майор. Почему вы один? Где ваши люди? Мы не станем эвакуироваться, остаемся здесь. Что? Что вы несете, капитан? Что вы, черт возьми, себе позволяете? Выслушайте меня, господин майор. Руководство отвергло мой первоначальный план. И вот результат. Тарни, вы провалили операцию. У меня приказ от полковника Отмана об эвакуации вашей группы. Да, но задание не выполнено. Капитан, задание не выполнено по вашей вине. Какого черта взрыв произошел на проходной? Мог попасться старый баллон. Не выдержал тряски. Случайность. Я могу все исправить. Причем без дополнительной помощи. Не сможете. Порт для вас теперь закрыт. Русские многократно усилили охрану. Именно поэтому я предлагаю вернуться к моему первоначальному плану. Выслушайте меня, господин майор. В Валле не пожалеют о том, что доверились мне. У вас 3 минуты. Благодарю вас. Пойдемте. Таким образом, нет сомнений, что я выполню поставленную задачу. Погибли люди. Русские — это отбросы. Отработанный и забытый материал. Вы сами только что сказали, что против вас будет работать не только СМЕРШ, но и отряд Сабуров. Ваше столкновение с ним 39? Я вас уверяю, что отношения не повлияют на исход дела. Мы враги. Но для более высокого уровня выполнения задачи я прошу вас немедленно направить мне агента Гельшпигельт. Я доложу полковнику о вашей просьбе. Но имейте в виду, второй раз не выполните задание, и подводная лодка за вами не придет. Уходим. Товарищ полковник. Слушаю, товарищ полковник.
Я человек прямой, потому скажу прямо. Чтобы там не решили наверху, а мне эта затея не нравится. Ты сам-то, если уж не чистоту. Ну что ж, откровенность и откровенность. Я тоже не в восторге от перспективы общения с вами. Ну вот и славно. Поскольку начальник здесь я, давай сразу договоримся. Или выполняешь мои приказы, или стоишь в сторонке и не отсвечиваешь. Боюсь, я не могу вам этого обещать. У меня встречное предложение. Давайте не будем мешать друг другу. Все-таки общее дело делаем. Ой, брось, общее дело. Ты же ведь, если что, со своими-то отчалишь по-тихому, а отвечать по всей строгости мне. Вот, давайте этого не допустим. У нас ведь одна задача – Мурманский порт. И почему все разговоры, с кого, за что спросят. Да погоди, погоди. Сейчас что думаешь, что я за шкуру свою дрожу, что ли? Ну, говори, говори. Ладно, тогда я тебе вот что скажу. Лена! Тихо. Держись. В машину, в машину! Серег, прекрати мельтешить, сядь уже. А то от твоих туда-сюда меня уже укачивает. Доктор, простите, я могу узнать про майора Елену Салей? Вы кто будете? Я... Ясно. Ожидайте. То есть как 5 недель? А что вас удивляет? С женщинами такое случается, особенно если у них есть мужчина. Или для вас это откровение? Нет, просто все это как-то неожиданно. Тем не менее, это факт. К сожалению, у вас сильное переутомление. Причем как нервное, так и физическое, что ваша ситуация крайне противопоказана. В результате у вас повышено артериальное давление, как следствие обморок. Если вы продолжите жить в таком же режиме, то последствия могут быть непредсказуемые. Вы меня понимаете? Да, конечно. И еще. Сегодня переночуете у нас, а завтра с утра посмотрим. Это невозможно. Товарищ майор. Это не обсуждается. Если, конечно, вам нужен этот ребенок. Доктор. Слушаю. Не говорите пока никому о том, что... Ну, вы понимаете. Даже? Да. Хорошо. Доктор, ну что с ней? Скажем так, ничего такого, чего не могло бы случиться с любой другой женщиной. А это что, что по-женски? Это хоть не очень опасно. Это как посмотреть и смотря для кого. Не могу ее видеть. Конечно. Завтра и увидите. Ну, пожалуйста, доктор. Завтра. Товарищ подполковник, все завтра. До свидания. До свидания.
Слушаю. Так, в каком районе? Выезжай немедленно. Полковник. Оставить. Наши? Так точно. Водитель и охранник ЗИСа, взорванного в порту. Не исключено, что кто-то из них был в сговоре с диверсантами. С чего такой вывод? У убитых были четкие инструкции. Не останавливаться нигде, ни при каких обстоятельствах, кроме как на стационарных пунктах контроля. Их вынудили остановиться. Подстроили аварию. После чего у них не было шансов. Затем диверсанты спрятали трупы и заняли их место. Логично все. Им бы по-тихому заехать в порт, завести туда бомбу. Они средь бела дня крадут грузовик. Еще и трупы так нелепо прячут. Грязно сработано. Согласен. Вспомни хотя бы орденок с обмотками. Ну да, этот взрыв на КПП. Как будто хотели, чтобы о них узнали. Или это еще что-то. А что я пока понять не могу. Поехали на склад. Откуда газовые баллоны везли? Может, там что-то разузнаем. Тайну мадридского, мать его, двора. Поехали. Не понимаю вас, Елена Владимировна. Миллионы женщин рожали и рожают. Это, простите, наша с вами основная функция, если можно так выразиться. В данной ситуации общие правила неприменимы. Что вы имеете в виду? Я сейчас не просто женщина. Я офицер контрразведки. Идет война, и куда большую пользу я стране принесу, оставаясь в строю, а не занимаясь пеленками, распашонками и прочей чепухой. Нет, это не чепуха. Воспитание ребенка – это важнейшая задача. Я знаю, но сейчас передо мной стоят другие задачи. Я должна бить врага всеми возможными способами. Елена Владимировна, вы сами-то верите в то, что сейчас говорите? Ну, хорошо. В таком случае, чего вы от меня хотите, товарищ майор? Так, грузовик прибыл сюда в 11:45, 12:22. Он встал под погрузку у 4-го Пакгауза. Согласно накладной, было получено 17 газовых баллонов для проведения сварочных работ. И в 13:17 машина покинула территорию. Видимо, взрывчатка была заложена в один из газовых баллонов, который послужил детонатором. Но только вопрос, этот газовый баллон загрузили сразу после захвата или уже по дороге в порт? Сразу нет. Судя по путевому листу, сюда машина зашла порожняком. С баллоном на территорию ее бы не пропустили. Обратно машина до порта шла в составе колонны. Изменить маршрут уже не могла.
И что из этого следует? Из этого следует, что взрывчатку загрузили здесь, на складе. То есть вы хотите сказать, что тут у них свой человек? Так точно. Человек, который пронес взрывчатку на склад, имеет доступ ко всей территории. И, видимо, Бугай был здоровый. Один такой пустой баллон пудов 5 весит, плюс взрывчатка. Согласен. В любом случае, это значительно сужает круг поиска, поэтому действовать будем быстро. Что вы готовы предпринять, товарищ полковник? Володя, в первую очередь нужно определить потенциальный круг фигурантов, а после этого допросить. Нужно, чтобы враг занервничал, проявил себя, если вопросов не выполняли. Есть. У нас есть вопрос, товарищ полковник. Да, слушаю. Какая у нас задача? Мы же, кажется, уже это обсудили. Ваша задача остается прежней. Не путаться под ногами. Есть еще вопросы? Вопросов нет. Разрешите идти? Свободно. Давай зайдем к линии больницы. Вы же знаете, что это запрещено. И даже подсудно. Но учитывая вашу ситуацию и род занятий, в общем, я могла бы сослаться на медицинские показания. Сколько у меня есть времени, чтобы принять решение? Учитывая срок вашей беременности, не больше месяца, я бы ориентировалась недели на 3. Потом будет поздно, придется рожать. Но учитывая ваши отношения, далеко не факт, что вы родите здорового малыша. Вы теперь понимаете, почему я вообще завела с вами этот разговор? И я бы в конце концов сказала отцу. Ведь это его ребенок тоже. Я подумаю. Подумайте. Подумайте, Елена Владимировна. И как следует подумайте. Это не котенок. И не бумажка со штампом. Сделав аборт, вы навсегда можете лишить себя возможности стать матерью. И мой вам совет. Если вы курите, бросайте. Это вредно для плода. Спасибо. Курсант Гершпигель тоже здесь? Пусть заходит. Агент Гершпигель, сегодня ночью вы произведете выброску в 30 километрах от города Мурманск. Ваша задача – присоединиться к группе Тарни. Все детали и документы вы получите у адъютанта Бютцева. И помните, какой ценой вы нам достались и для каких задач вы были обучены. В открытый бой не вступать. Прямое подчинение только капитану Лаури Тарни. И главное, никаких зрительных контактов с противником до прибытия в расположение группы. А если это произойдет, вы знаете, что делать. Идите. И еще. Врач мне сказал, что вы снова курите. Вы знаете, Лаури это не понравится. Свободны. Приехали в больницу, там сказали, что тебя выписали. Здравствуй, Лен. Да. Как ты? Я в порядке. Видимо, холодная вода и погружение
Сделали свое дело. Ничего, пару уколов и приду в себя. Хватит за меня так активно переживать. Введите лучше в курс дела. Как там товарищ Кириленко? А что с ним? Похоже, что он из разряда тех упрямых ослов, с которыми спорить себе дороже. Надо ему доказать, что без нас никак. Идея есть? Удалось выяснить, что взрывчатка ушла с сортировочной. Завтра его люди будут допрашивать всех возможных подозреваемых. Пронести взрывчатку на склады незамеченными мог только кто-то из своих. Предлагаю начать с кладовщиков, с начальства и грузчиков, пока можно исключить. Кириленко дал задачу своим спровоцировать Иуду на открытые действия. Стало быть, всех будут допрашивать в районе складов. Предлагаете оказаться неподалеку и отслеживать реакцию каждого подозреваемого после допроса? Ну, и как говорит товарищ Кириленко, не отсвечивать. И как незамеченными попасть на склады? Придется навестить товарища Главко. Складом. Присаживайтесь, гражданин Бакалов. Сердечник не наш. Thank you.
Накладную. На выдачу газовых баллонов вы подписывали? Ну, я. Почему лично не присутствовали при погрузке? Как старший кладовщик были обязаны? А у нас по штату положено 12 кладовщиков, а работает всего 4. Вот и крутимся. По нашим данным, на вашем складе происходит хищение государственной собственности. Пока мы не установим, кто это, с территории никто не выйдет. Угать меня не надо. Если я виноват, отвечу. Хорошо, товарищ Степанчук, можете идти. Гледик, они Мишу Степанчука тоже допрашивали. Не знают, что за человек был. Что же он за человек? Да он еще до войны с грузчиком работал. Селище мужика было, просто Илья Муромец. Семипудовые болванки в одиночку грузил, как перышки. А сейчас не грузит, потому как, стал быть, в начальнике выписан, да? Ты язык-то придержи. Он с фронта с медалью пришел. А осколки от немецкой мины до сих пор в нем сидят. Так пюрышки говоришь. Ах, ладно. Пойду до ветра схожу. Вы услышали, что я говорю? Вы услышали? Да понял, я понял, понял. Сидеть тихо. Кладовщиков больше нет. Да. Не оправдали мы доверие товарища Кириленко. Ладно, Валь, ты иди, тебе еще за дочкой. Я тогда ему позвоню, доложу. Спасибо. Значит, ему приказали не ушивать. А что ему еще должно было приказать? Не застрелиться же. Осталось только определить, кому он звонил, а дальше дело техники. Боюсь, что раньше, чем завтра, это вряд ли возможно. К тому же, где гарантия, что это наш клиент? Если это просто складской воришка, который звонил подельник, только шумиху поднимем. Может, нам тряхануть его по-тихому, а? Что ты думаешь, Серега? Не, Лена права, без шумих не получится, брать его нельзя. Но не проверить его мы тоже не можем. Жди меня возле контора. Есть идея. Я занят. Чё надо? Ты кто? В ЧК больше не вызывали? Пока нет. Это хорошо. Мне приказали тебя эвакуировать на сбор одну минуту. Никуда я с тобой не пойду. Понял? Сдохнуть хочешь? Ага. Да ради бога. Только больше не звони. И номер забудь. Подожди. Подойдем к КПП, не дергайся. Если что, я сам разберусь, понял? Товарищ подполковник, что все это? Не стреляй! Грабли! А ну, стоять! Илья Муромец. Твою мать! Руки! Развернулся! Развернулся! Пошел.
Ну? И что все это значит? Вы не поверите, товарищ полковник, но сегодня один из ваших сотрудников уже задал этот вопрос. А потом решил немного пострелять. Вильгельм Тель, хренов. Да ну? Нам мне сказали, ранг так, пустяковая. Возможно, но есть нюанс. Пуля предназначалась вражескому агенту, которого нужно было брать живым любой ценой. Да и бежать ему особо было некуда. Товарищ полковник, ну? Разрешите обратиться? Ну, говори. Я там в коптерке обнаружил. Ну, в общем, вам лучше самому посмотреть. Кажется, тут люди лазали. Разве что карлики. Почему? Совсем не обязательно. Его могли использовать исключительно для перемещения краденого отсюда наружу. А не чтобы подносить взрывчатку снаружи сюда. Баллон со взрывчаткой попал сюда через этот лаз, а тоже определил его нужную машину, верно? Какая взрывчатка, о чем вы говорите? А лаз этот мой предшественничек накопал. А с него же не спросишь, оттоптал он нашу землю грешную. Якорная баба! Это что такое? А ты зачем в бидон песка-то насыпал, а? А ну-ка, подмогни. Давай. Куда? Сядь! 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 Вот на что эту родину продал. Орденоносец. Гнида. Вот теперь ты у меня точно не отвертишься. Если я его сдам, жизнь гарантируете? Ты мне давай не торгуйся, а то завтра же в трибунале будешь, а там разговор короткий. Все равно вы этого Фина без меня не поймаете. Какого Фина? После взрыва на проходной вчера товарищи из корейского СМЕРШа ориентировку на какого-то Фина прислали. Он тебя завербовал. Кто? НКВД. Дошутишься когда-нибудь? Эту информацию придется озвучить лично. Финляндия – прекрасная страна. Тебе понравится. Собирайсь. Давай. Я тебя не забуду. Черт, а.